Всем привет, меня зовут Соня, и это видео посвящается на конкурс «Откупи ребенку.ру» рукодельно-креативное. Правило конкурса: нужно было сшить питомца для кого-то из Monster High или Ever After High. Я сшила питомца для Фрэнки из Monster High. Вот такая вот мышка. У нее большие серые ушки и неаккуратные черные стежки. Я их сшила так, чтобы это было видно, что она сшита. Вот. Лапки у нее не раздельные. Глаза и нос — это черные бусинки. Также у нее есть вот такой бирюзовый шарфик и розовые от мороза щечки, потому что она только что пришла с Олимпиады. Вот. Вот у нее такая вот анкета. Вот, тут нарисована сама мышка. У нее тоже ушки. Тут такой бантик. Уголки выделены, а здесь она их обгрызла. Вот тут написано, что мышонка зовут Пипка, а хозяйка у него — это Франкенштейн. Любимое занятие Пипки — это то, что он любит отрывать Фрэнки конечности. Из-за чего ей часто приходится бегать по всему дому за ним, чтобы поймать и отобрать у него свою руку или ногу. Вот. Он серого цвета, глаза и нос черные. Ну, это я вам уже объясняла. Его особенность — это то, что он может гипнотизировать своим милым взглядом и благодаря размеру может пролезть где угодно. Анкета украшена сердечками. И тут два больших маленьких шва. Также тут есть большой. Тут нарисована Фрэнки, и здесь она наклеена в полный рост. И черепок Monster High, и мышка у Дьюза, и замочек. В большом самом шве на рисунке написана информация от лица Пипки. Тут написано, что у моей хозяйки есть много подруг. Сегодня очень хорошо с ними со всеми подружилась. У сына Медуза, кстати, тоже есть мышонок. Вот. На задней стороне пусто. Тут написано, что это для «Купи ребенку.ру». Я надеюсь, что я займу какое-то призовое место. Ну и все. Всем пока!